слушайте внимательно. Перед вами вот есть смайлики. Хороший смайлик и плохой смайлик. Значит, что такое хорошо, что такое плохо? Я сейчас вам раздам картинки, где дети поступают и хорошо, и плохо. Вы должны будете определить. Хорошо? Приготовились. Так. Первая картиночка. Вторая картиночка. Определяем, ребят. Дети хорошо поступают и... Нет! Тише, тише. Сперва посмотри на картиночку, нет, а потом... Они спичками играют. Спичками играются? Ну, нельзя. Давай. Нельзя спичками играться, правильно. Молодцы. Нельзя. Что? Ага. Топать нельзя. Нельзя топ трогать, правильно, дальше. А у тебя что здесь? Можно деревья ломать? Нет. Мальчик, что я сделал? Хорошо поступил или плохо, ребят? Плохо. А у нас здесь девочка, что делает? Помогает маме резать что? Салат. Она хорошо поступает? Да. Да. А что у тебя здесь на картинке? Девочка, мальчик, спичками играют. Можно играть спичками? Нет. Нельзя. Молодец. Хорошо. Камила, у тебя что делает девочка? Девочка. Чистит. Да, убирает. Она хорошо поступает. Так, а у тебя, Сулмаш, что случилось? Она разбил. Мальчик что разбил? Вазу. Вазу разбил. Значит, поступил плохо. А у тебя что? Ребенок ток нельзя трогать. Ток нельзя детям трогать. Видите, он брал... Что он сделал? Взял утюг, да? И куда он включал, ребят? Ток. Ток нельзя. Значит, красный смайлик. Молодцы, ребят.